Всем привет! Вы на канале Mobile TV. В сегодняшнем видео покажу, как на телефоне Xiaomi разрешить сохранение приложений на карту памяти. Это пригодится, если в вашем телефоне забита память, удаляете приложение, чтобы ее освободить. Итак, заходим в настройки, идем в раздел «О телефоне», тапаем 10 раз по версии MIUI, у вас откроется режим для разработчиков. Если у вас телефон не Xiaomi, тапаем версию Android. Теперь выходим, идем в раздел «Расширенные настройки», листаем вниз для разработчиков. Здесь тоже листаем в самый низ и ищем раздел «Разрешить сохранение на внешних накопителях». Включаем. Готово, друзья. Теперь все приложения будут сохраняться на карту памяти. Пользуйтесь, подписывайтесь на канал. Пока.